Сестренка, давай сыграем в Гренни? Давай, вместе не так страшно. Прячься в шкаф, скорее. Она идет. Кажется, принесло. Не заметила. Не иди туда, не иди. Она поставила капкан в дверном проходе. Быстро. Беги на второй этаж. Быстрее, она идет. Ну уже, почему ты не убегаешь? Я попался в капкан. Мы попались. Все, я больше не могу. Очень страшно. Даже вдвоем. Но все же вдвоем интереснее. Дети, уже поздно. Ложитесь спать. Хорошо, мамочка. Жорж, ты спишь? Нет. Ты слышишь? Кто-то по дому ходит. Да, слышу. От этого я не сплю. Давай проверим, кто там. Может, это родители? Мама с папой не ходят ночью по дому. Они всегда крепко спят. Смотри, белая рубашка. Это Гренни. Но как? Как она тут оказалась? Может, это от того, что мы так часто в нее играли? Возможно. Что теперь будем делать? Ведь она может зайти к нам в комнату. Или к папе с мамой. И побьет своей дубиной. Нужно что-то предпринять. Ты права, Пеппа. Я мужчина, в конце концов. Поэтому я должен прогнать ее. Нет, Джош, это слишком опасно. Я боюсь за тебя. Не бойся, Пеппа. Гренни слишком медленная, чтобы догнать меня. К тому же я возьму с собой свой деревянный меч. Теперь она мне не страшна, так как не она на меня охотится, а я на нее. Мне не страшна какая-то там старушка. Ты настоящий герой, братишка. Удачи. Сдавайся, злобная старушка. Я не боюсь тебя. Сейчас ты отведаешь моего меча. Хватит воровать продукты с нашего холодильника. Джордж, ты почему не спишь? Мама, это ты? Только не говори папе, что ты меня тут видел. Понимаешь, мы с папой сейчас сидим на диете. И если он узнает, что я ночью бегаю к холодильнику покушать, тогда он тоже бросит эту диету. А ведь ему так необходимо хоть немного похудеть. Эй, всем привет, ребята! Сейчас я прочитаю 10 случайным подписчикам приветы. Передаю привет Максиму Пробою, Даяне Ю, Виктору Голубенко, познавателю Артуру привет, и Спрингалине Лавстринг Трап, Михаилу Дунаеву, Нелли Кар привет, Екатерине Хворовой, Алене Стрельченко и Ангелине Кет. На этом пока все. Ну, вы, конечно же, знаете, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях приветы и ставьте, жмите, то есть, колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и делитесь с друзьями. Ну, а на этом все.